Я заезжаю в Сайрам. Сайрам ауданы. Хош келдигиздер. Добро пожаловать в Сайрам. Значит, я Тулкубаша вот так, короче, поднялся. Ехал. Доехал в Сайрам. Сайрам ауданы. Хош келдигиздер. Добро пожаловать в Сайрам. Вот так вот путешествие почти заканчивается. Вот начало Сайрама. Первый кафе Файс. Вот так вот начинается. Это уже Сайрам. Ребята из Сайрама, кажется. Этот шелковый путь. Жибекжол. Я по Жибекжолу 40 км в час. 43 км в час. 45 км в час еду. По Жибекжолу. Вот машина летает. Видите как? Это встанет. 100 км в час разрешено по этой Жибекжолу. До Ташкента 157 километров, до Шымкента 27, Аксу направо 6 километров. Теперь смотрите, вот это уже, я думаю, Шымкент или Сайрам. Ну, Шымкент, кажется. Шымкент. Это Сайрам, который вот это было, теперь это должно быть Шымкент. Я думаю, ну не знаю еще. Вот я заезжаю в Шымкент. Это город Шымкент, город миллионник. Потому что, когда мы 5 лет тому назад было узбекский, казахский, дружеский, это было пробег, тогда Хаким Шымкента говорил, что Шымкент уже миллионник. Мила, шумиге, мики, алдарнуза, нас укем, алдарнуза, мики, мика, кабулан, пошумите, мала, мила, 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 Барлык сахада тұрған қатысушыларымызға тағы бір қош келетін қояйық. Енді осынау келімістерге ескерге сөйлесіне шақырамыз. Қайрулай Бирали Хамедович! Бирал шүріге қатысы бесердік тартқандыр үшін тағы бір алғысымызды білдіреміз. Вот это миллионный город, заезжаю. Лохоласа. У меня одна проблема. Багажник, который кронштейн сломался. Надо кемпинг найти. Кемпинг. Сварка. Кемп, шо, сварка, кемпинг, что ли. Короче, вот это сварить. Потому что еще впереди у меня 100 километров. 120, что ли. Поэтому надо отстрогаться от всяких проблем будущих. Ехал, вот здесь у меня багажник, этот кронштейн сломался. Вот, хорошо, что вовремя увидел. Вот потом, когда заехал Шымкент, сказали, где кемпинг, они показали вот этого парня. Он спасал. Как тебя зовут? Лужа. Имя моего отца Даня. А, Даняр его пахал, посварил, вот теперь я доеду спокойно. Ютубе можешь смотреть себе свои это. Пошли, пока на свой снимем. Да, вот видишь, что получается. Какой класс ты закончил? Я седьмой класс. А, молодец, молодец. Отлично.
Давайте, вот, вас тоже снимаю, скажите два ваших слова, это в Ютубе будет. В Ютубе будет? Конечно, Тимур Рахимов, велотуризм. Как тебя зовут? Тимур Рахимов, велотуризм. Тимур, Тимур. Тимур Рахимов, да. Молодец. Счастья тебе, здоровья, благополучия. Спасибо, и вам хорошего всего. Помогли, это просто огромное дело, а то не знаю, где, какой проблема была бы. Сегодня Курбан-байрам. А, второй день Курбан-байрам, вас тоже поздравляют, и вас, брат, всех. Удачи, будьте здоровы. Спасибо и вам, и нашим всем средним, во всем мире, чтобы был мир. Удачи вам всем. Спасибо огромное. Вот, друзья, уже все поставил. Теперь Худа Холоса, проблема не будет. Все нормально. Это не думайте, что такое. Это носки сушатся у меня здесь. Все, Худа Холоса, все будет нормально. Остальное все на месте. Сейчас собраться, потом одну чай попить и поехать по городу Шымкента прогуляться. Гранд Байлах. Байлах. Гранд Байлах. Чайхана. Все четко здесь. Вообще. Вдоль Алматинской дороги расположен. Вообще слов нет. Здесь он только-только новый открывается. Поэтому здесь. Наши узбеки плов варят. Салам алейкум. Осам болады ма? Нема пиширясыз? Ага, бишене пиширясыз. Все, 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 все. Болды, болды. Нельзя, да? Туда можно зайти дальше? Дальше можно, туда нельзя, да? Гранд балык? Балык. Это новый, да, еще? Да, да. Еще что здесь есть? Покажите что-нибудь. Что есть хорошего? Зал. А, какой зал? Банкетный зал, да? Вообще уютно. Это вдоль трассы Алматы. Алматинская трасса, да? Это край считается Чимкента или? Не, это Чимкент. Край или как? Край Чимкента, находится ваш ресторан. Ну, ресторан, кафе. Кафе. Вообще. Ничего себе, из этой бочки что ли пользуетесь? Ну, молодцы, дизайнеры. Классно, слов нет. Народов, я думаю, здесь часто бывает, да? Много. Двухэтажка? Там что? Только вы начали, да, работать? Молодцы, воооо. Это вообще. Молодцы, дизайнерам. Молодцы, молодцы. Просто слов нет. Чимкент город миллионник, правильно? Здесь туалет. Вот это ихний туалет. Вот это мужской, да? Здесь тепло же вообще. О-о-о, вообще красота. Все, отлично. Просто 5 баллов. 5 баллов. Отсюда можно снять? Тоже нельзя, ну ладно. Вот, дорогие друзья, вот в таком месте, вот в таком кафе. Кушаю, ну, Wi-Fi нет. Сейчас чай попью, поеду дальше по городу Чимкента. Кане? Нема язык орсат, инч, каш вана язык? Каш вана язык? Кане, аке, от изетин яна язык. Кашона. Сим Шахобатдин, ўзим. Ага. Ўзбекистонданман, Қашқадарё вилоятидан Ўзбекистондан келдим. Ҳа. Мана шу ерда. Мана қайерда? Одам бор экан, қайерда? Ага. Мана Қазоқистон Республикаси Чимкент шаҳрида иш фаолиятимиз олиб боряпмиз. Ага. Фаолият олиб боради деган жойимиз қайтмас, барган жойда. Ага. Гранд Байлах, мана шу кўп нарса ишлаямиз Ўзбекистондан келиб. O'zbekiston oshini qilyapmiz, palovni, qovurdog'ini qilyapmiz, bizini qilyapmiz, barcha o'zbek milliy taomlarini hammasini o'z me'yorida boryapmiz. Baliq, Qozog'istonda mana yozda bilan baliq iste'mol qilishar ekan, pishiryapmiz. Sezon baliq? Sezonda bilar qish, yoz yo'q ekan bir xil. Baliqni yaxshi ko'raman. Baliq yaxshi ko'raman, judayam. Qora millat. Shashlikni barcha turlaridan bor, har xili, bari O'zbekistondan. Mana, mana shu o'tiring.
Mana shunaqa ish faoliyatimizni olib boryapmiz, mana Xudo xolasa yangi o'zimiz ochdik, yangi ochilgan joy. Faoliyat olib boryapgan bo'lsam, bir oy bo'ldi Xudoga shukr, kelayotganimiz normal, ovqatlarimizdan hamma davoli, ovqatlarimizni fukusi, mazasi hammasi o'z joyida. Lekin odam qaytib ketib rahmatni aytyapmiz mana. Yo'q, yaxshi, Qozog'istonda mana. Non tuzini yeb, maza qilib. Tuzini yeyamiz, non yeyamiz, hurmati bizlar. Joyida. Joy-joyida. Chim-chimga xalaqit qilmaydi. Vaqtida ishimiz. Qilamiz, vaqtida damimiz olamiz. Yotoq xonada hammasi akkuratni yurishimiz, salitlamiz joyida. Ko'rin turibdi. Mana uni qarang. Joylarimiz salit. Ajoyib, nihoyat. Menga yoqdi, nihoyat. Faoliyatimiz olib boryapmiz shunaqa qilib. Lekin bizni qozoq birodarlarimizga gap yo'q. Hurmatli, bizni qattiq hurmat qiladi. Bizni bizni har xil ovqatlarimizni men mana qancha kelib ko'rgan bo'lsam yo'llarimda hammasi nihoyatda boshqacha e'tiborda. Ha, ko'z tegmasin. Bir damligimiz yo'qolmasin, xudo xolasi. Gap yo'q, qoyil. Mana shu ishlamdan Qozog'iston bo'lsa degan narsa. Bo'lmasin. Bo'lmasin. Ha. Ishlab turmiz mana Allohga. Necha yildan beri ishlaysiz? Xohlasa endi birinchi yil keldim. Mana 1 oy. 1 yil ishla. Ha, 1 oy bo'ldi. Oldin eski joy ham bor deyapsiz-ku yana bitta. Unda ham bormaganman. Lekin keyinchi bu men restoran dedim, bu yomon ajoyib, hali bitgan yo'q. Uchinchi etajda ham bormi? Ikkiga bilmasam, ikki alla ishlikka tushgani yo'q deb aytdi-da. Yo'q, gap yo'q, molodes. Buni yo'lda nima dedingiz? Almatada bilan trassada? Yo'q, katta belasi yo'l mana. Kelasiz intar o'zingizga. Yo'q, qolmaydi. 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 Nimalar ham shu nimada? Shinavanda shu yaxshi ovqatlar shinavandasi o'zimiz qozoq birodarlarim. Ha, haqiqatan, haqiqatan. Mana Qirg'izistonga bordim ham shunaqa dunganlar, o'zimizni nimalar boshqacha haqiqatan. Bizning milliy taomlarimiz boshqacha ko'rinyapti, yurdim mana. Lekin anov tomonlar qimmat ekan. O'sha qozoq bola aytdi. Ha, o'sha qarab ketaverar ekanda, masalan Taraz betdan qimmat ekan, Chimkentda. Qo'rday Tarazdan qimmat, shunaqa deb o'zi bir qozoq bola aytdi-da. Ha, dedim. Osh u bu gapirdi, lekin endi qimmatlar boraveradi haqiqatan. Almataga borsang Qo'rdaydan ham qimmat dedi. Shunday. Mana shunaqa ekan, lekin haqiqatan gap yo'q. Shunday. Sog' bo'lasiz, ishlaringizga omad. Salomatsizlar, yo'lingiz bexatar bo'lsin. Rahmat, rahmat. Mana yerdek, ishdek Wi-Fi'lardan foydalandik, Xudoga shukr. Tayyorlab chiqar ekansiz, yo'lingiz bexatar bo'lsin sizga. Rahmat, rahmat. Salomat bo'ling. Uchrashguncha Xudo inson tomonidan bo'lmas, yana Xudo xohlasa uchrashamiz. YouTube'ga kiring, kommentariyalar yozing, kimligingizni. Tashlichaka. Mana bu Jizzaxdan kelib, mana Qozog'istonga kim? Jizzaxdanmisiz? Ha? Jizzax. Qashqadaryodan. Qaytadan. Qashqadaryo Xonoboddan. Bratchka bilan bir xil bitta joydan. Ha? Bratchka bilan bitta joydanmisiz? Shunday, shunday. Sal kilometr farq qiladi. Ha, ha, ha. Bitta yerda turibmiz. Ha, ha. Qayerga? Chimkentga kelib, mana shu yerda pishirib. Ha. Yaxshi. Faoliyat yaxshi, chiroyli, zo'r deng. Ha, yo ko'rdim, haqiqatda ishlaydigan joyingiz restoranga o'xshaydi bu kafelar. Gap yo'q. Haq bersam yo'qman, haq sen beryapti. Yo'q, yo'q, bular mart. Vobshe mart. Qo'yadi. Dangada danga kelyapti. Ha, necha yildan beri ishlaysizmi? Menga u yaqin keldim menga. Yo, tushundim, bir oy ekan bu. Bir oy bo'lib ochilganiga. Ha. Hatto uni oldim. 22 kun bo'ldi, kiyanga. Uni oldim, boshqada ishlaganmiz. Bizdagi qochib ketdi. Chilonzorga ishlaydi. Ha, Chilonzordan keyin bu yerga keldim. Chilonzordan men keldim. Ayqa o'g'limda choyxonasi bor. Ha. Kafesi. Ha. Uy sadiyatda yaptim. Qoyil, qoyil. Endi bu yerda bizni adres sayg'an qilib kelyapsiz-da menga. Yo'q, qoyil, qoyil. Omadingizni bersin, ishlaringiz rivojiga bo'lsin. Ha, sog' bo'ling, xo'p. Xo'p, salomat bo'ling. Ikki og'iz YouTube'dagilarga nima deysiz? Ko'rganlarga, boshqalarga, sizni taniganlarga hammasiga salom aytamiz. Sog' bo'ling. Salomat bo'lsin. Sağ olun aka, işlerinizi almadım. Ama hayırlı bir işler, vaktin top basın. Sağ olun.